Всероссийская акция проводится фондом поддержки детей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Впервые во время акции состоится мероприятие в сети интернет – добровольческий проект «Три шага». Интернет-площадка челленджа «Страница» находится в популярной социальной сети. Действия будут происходить по простому принципу – 3 недели, 3 шага. Принять участие в челлендже может любой желающий, число участников не ограничено. На каждом этапе подросткам предложат выполнить определенное задание. Найти друга – это первый шаг. Участники находят друга, которому нужны поддержка и помощь. Устанавливают с ним контакт, подбирают нужные слова и вместе находят выход из сложной ситуации. Следующий шаг называется «Тайный друг». Участники анонимно делают друг другу подарки. Совсем не обязательно они должны быть материальными. Если это будет все-таки вещь, то ее можно сделать своими руками. Третий шаг – встреча с другом. Участник размещает на интернет-площадке челленджа сообщение «Пост» о своем друге, рассказывает о том, что для него значат понятия «добро» и «доброволец». На этом заключительном этапе челленджа ребята, получившие поддержку, узнают, кто был их тайными друзьями. Подведение итогов состоится в июле-августе 2021 года. Будут отмечены его самые активные участники, а награждение подростков-лидеров акции состоится в сентябре в детском центре «Орленок» на 16-м Всероссийском открытом фестивале детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».